Финка 125 от Дениса Ульданова. Хороший и качественный пример ножа для леса и охоты. Имеет довольно неплохие габариты. Общая длина 245 мм, длина клинка 125. Толщина обуха всего 4 мм. Спуски на 2/3, сталь D2, которых прекрасно себя показывают в любых условиях. Ножик выполнен с рукояткой из карельской березы, довольно интересного оттенка, и имеет сквозной монтаж, что добавляет ему надежности. А также небольшой латунный больстер. Прекрасно сидит в руке и за счет грибка отлично извлекается из ножен. Ножны поставляются кожаные европейского кроя со свободным подвесом. Фиксируется он у них прекрасно и абсолютно не мешает при работе и переноске.